Анатолий Морозов работает дворником и ежедневно убирает мусор возле контейнерной площадки на улице Советской, 17. У мужчины с каждым днем все больше вопросов к работе «Алерон Плюс». Несмотря на то, что они исправно вывозят отходы из контейнеров, то, как они это делают, каждый раз повергает его в шок. Они приезжают, контейнера выкатывают, в машину вываливают, что упало, все. То не берут, да? Они не подбирают, они ничего не делают. А для чего тогда сидит у них человек, ездит с ним? И для чего у них лопата, метла торчит на будке, на кузове? Для чего? То есть хотелось бы, чтобы «Алерон» все-таки чистоплотнее относился, да, к тому, что... Так работали, работали. А почему мы-то должны убирать ее? Если «Алерон» загреб все под себя, так вы работаете, вы делаете. Для чего у вас люди-то ездят в машине? Анатолий вынужден постоянно доделывать работу, которую по контракту должны делать «Алерон Плюс». Об этой проблеме он также рассказал и главе железнодорожного района, который приехал оценить, как работает мусорный подрядчик. Алексей Пономарев, в свою очередь, пообещал направить претензию мастеру участка «Алерона», чтобы решить этот вопрос. Вывоз мусора осуществляется здесь в 7 часов. Вот мы сейчас пообщались с дворником, да, во сколько приезжает, регулярно ли есть сбой. Да, есть определенные замечания, в том числе от дворников, мы это слышим. Почему? Потому что он говорит о том, что мусора было очень много. Видимо, после праздников люди вынесли все, что накопилось за праздничные дни. Нужно было это все дело складировать в контейнера, утрамбовывать. Еще две претензии, которые администрация направит в «Алерон» по этой площадке, это неубранные елки и мусор, которые перетаскивают сюда с рядом стоящего супермаркета. Если с уборкой хвойных это дело времени, то вторая проблема решается гораздо труднее. Справедливые замечания мы сейчас услышали от жителей, в том числе и по торговому центру. Так как вот этот КГМ, который складируется за контейнерной площадкой, во-первых, он складируется навалом, это недопустимо. Должна быть все-таки культура обращения с КГМ, складировать эти коробочки аккуратно, чтобы это смотрелось нормально, дожидаясь своего вывоза. И все-таки руководитель этих центров должен ответственно относиться к тому, что окружающие делают замечания, и это недопустимо. Поэтому эту работу мы тоже будем проводить, и в том числе и с предпринимателями ООО и так далее. На следующей локации, в магистральном переулке 8, картина гораздо хуже. По графику уборки тут давно должны стоять пустые контейнеры. Однако все в точности наоборот. Контейнеры забиты до отвала, а вокруг куча мусора, который хотят облюбовать бродячие собаки. Да и местные жители совсем нелестно отзываются о качестве работы «Алерон Плюс». Так а что, убирают помойку? Убирают, да? Конечно. Ну, а как часто? Ну, не скажу, что часто. Справедливое замечание от граждан, что когда приезжает машина специализированная, делает выгрузку контейнера и подбор вокруг контейнера, ну, за редким случаем не осуществляется, по сути. Потому что мусор, который падает с контейнера, должен быть по договору убираться, подбираться. После осмотра нескольких мусорных площадок в железнодорожном районе можно прийти к выводу, что большинство контейнеров за редким исключением вывозят вовремя. Но делают это с нарушением правил, в основном не убирая все, что выпало при перегрузке. Алексей Пономарев пообещал отправить претензии по недочетам в «Алерон Плюс» и Минприроды региона, чтобы их как можно скорее исправили. Григорий Анипер, Антон Носов, РТК «Забайкалье».